От заводного джаза до лирики, спонтанно и на ходу менять репертуар абсолютно в стиле Даниила Крамера. На сцене маэстро не просто играет, каждое произведение он пропускает через себя, импровизирует музыкант с детства. Все зависит только от одного, какую картину я вам хочу нарисовать. Как художник стоит, не хватает желтенького, значит, вот я так же точно, я вот играю, думаю, нет, мне тут немножко рока не хватает. И тогда я его тут же добавлю, несмотря на то, что я с удовольствием играю Моцарта. Одно другому мне совершенно не мешает. Любовь к импровизации Даниил Крамер прививает и коллегам по сцене. Для певицы Армине Саркисян каждый совместный концерт словно экзамен. Джаз, он, понятно, что это свобода, это вот, ну, в той степени, в которой это происходит вместе с Даниилом на сцене. Вот тот уровень мастерства, который, тот полет, та свобода, он вытаскивает из тебя такие резервы, о которых ты, может быть, даже и не догадываешься. И просто всегда ни один из концертов не повторяет второй. Свою активную концертную деятельность Даниил Крамер начал еще в 84-м. С того времени он гастролирует не только в России, но и за рубежом. Причем каждое его выступление отличается от предыдущего. Необычный подход к исполнению произведений слушатели оценили по достоинству. Необыкновенно талантливый, такой органичный очень, живой темперамент, ну, прям буйство талантово. Очень прекрасно, они дополняют друг друга. То есть он как виртуоз-исполнитель. Несмотря на талант и многолетний музыкальный опыт, Даниил Крамер продолжает постигать новые высоты. Сегодня гастрольный график артиста расписан по часам. После Липецка музыкант отправится с концерта в Москву, а затем в Самару. Юлия Челари, Андрей Зубков, «Липецкое время».